На территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха 13 февраля пройдет зимний фестиваль ГТО. Участники смогут сдать нормативы по бегу на лыжах. На этот раз спортсмены будут соревноваться в 11 возрастных категориях, начиная с 6-8 лет и заканчивая группой 70+. Важные условия: при себе необходимо иметь справку от врача о допуске к занятиям физкультурой и спортом. Заявки принимаются до 9 февраля.